Итак, всем привет, с вами Брикман. Стрим должен был пойти, и сейчас в чате напишу, что он пошел. И... Что-то вечер у меня прямо перед стримом начинается откашливание какое-то сильное, ну да ладно. Прям мне, наверное, подсознательно на стримах... Подсознание мое мне подсказывает, что надо на стримах умирать, вызывать жалость, тогда я стану популярнее и успешней. Видимо, именно этим руководствуется мой организм, но я тут ни при чем. Это все мой организм, я тут ни при чем. Честно говорю. Нет, не рушь мой стрим, дурацкий. Шум белый. Так, опять чат 25. Каждый раз надо так делать. Нет, пират, я ультрасущность. Да что ж такое-то? Big Fun Game. Большие веселые игры. Так. Go. Блин, на самом деле... Нет, нифига я, неправильно. По новой. Круто. Вот. Мне нафиг не надо. Кнопка один шот от другого шота абсолютно ничем не отличается, поэтому я поставлю вот так вот, чтобы мне можно было быстрее менять скорость, чем на кнопку C, потому что безымянный палец реагирует дольше, чем средний. Такие дела, ребят. Пират, ну вот сейчас постараюсь пройти. В прошлый раз не получилось. Гюдля. C-set Венкман. По-моему, там было написано S-set. Короче, смотри, это Венкман, такой параметр. Блин, ты у меня спрашиваешь, что это такое. Это параметр, который задает дефолтную скорость твою. То есть, ты можешь поставить, чтобы у тебя по дефолту была первая скорость, например. А там по дефолту стоит третья. Поэтому, видишь, у меня сейчас третья скорость. Так, сейчас мне экстенд дадут.
Запомни. Вот он. Привет, Джейсон. Здравствуйте, Little UA. Блин. Ладно, хреново. Ну ладно, я еще пока разминаюсь. Тотс. Close this police. Он локается на меня. Ну и похер. Уже 500 тысяч, нихера себе. Не вписаться в потолок. Так, отличненько. Вообще чётенько. Так, сейчас будет трешак. Нет, не сейчас. Пошел вон. Так, теперь сложная секция. Сейчас будет сейчас это. Ага, вот она, ага. Все, я запомнил навсегда эту секцию долбаную.
Ну, естественно, здесь я должен получить урон. Вчера я на этом месте... Это жесткое место, но вчера я каким-то образом на нем никогда не получал урон. Но сейчас надо было. Ладно, хоть не сдох. Тихо. Блин, я все время забываю про эти долбанные осколки. Сколько мне донатит в день? Средняя сумма. Ну, я не Кракен, во-первых. У нас тут разные люди стримят, и я один из них. Меня... Мой никнейм Брикман. Кракен — это название канала и название сообщества. Сколько мне донатит в день? Скажем так, донаты не являются фокусом моих стримов. Я стримлю для удовольствия. Для многих людей это покажется дикостью, но вот у нас такое сообщество, мы стримим для удовольствия. Ну, все равно привет. Если ты случайно зашел, приветствую. Всегда рады видеть новых лиц. У нас у многих даже донатов нету вообще, в принципе. Даже каналов не зареганы для донатов. Зачем я сюда полез? Конечно, для удовольствия, пират. Да, пират, для удовольствия. Блин, там пауэр. А, ну... Ну, пират. Да, ты прав, для поднятия ЧСВ. Ты прав, совершенно, извини. Да, ты прав. Я забылся. Я вдруг оставил свою скромность на мгновение. Блин, обо что я поранился? Ну что там такое? Могло меня зацепить. Там же ни ровным счетом ни херна не было. Тихо. Не просираем прокачку. Ну, ё-моё, зажали пулями, уроды. Какие же жирные эти пушки. Старые лица всегда рады видеть. Ну, пират, так в этом удовольствие заключается. В том, что я чувствую себя... Какой я крутой! Я же от этого удовольствия получаю. Так что я ничего не соврал.
Если бы мне платили, я бы сидел не только для удовольствия. Пират, логично. Если бы тебе платили за то, что ты стримишь, ты бы тоже, наверное, сидел и стримил. Глупый вопрос. Привет, Колечок. Привет от неприветливого меня. Блядь. Я забыл. Это самый лоховской босс из всех. Который умеет только делать. Я, блин, умудрился на нем даже урон получить. Я бы отказался от оплаты. Пират, ты прямо... Я забыл, ты святой человек. Я забыл. Шмаплю, а что делать? Шмап-то надо проходить. Зареквестченный. Пират святой человек. А я вот нет, к сожалению. Я не хочу каркать и говорить, что я не слил ни одной жизни, но я пока не слил ни одной жизни. Я это скажу. Извини. Что много объясняет, пират? Ты о чем? Давай поговорим на эту тему. Что объясняет? Сделай ссылку на донат. Сделаю обязательно, надо. Я просто ленивый идиот. Мы вообще хотим изменить всю эту систему с донатами, потому что этот Donation Alerts хреновенькая вещь. Мы, ну как, я по крайней мере хочу это как-то получше сделать, что-то все, чтобы было удобнее и вам удобнее, и нам удобнее, чтобы всем удобнее было. Как называется игра? Игра называется Barry Arm. Barry Defis Arm по-английски. Здравствуйте, товарищ Никмастер. Потому что, пират, случается такое, что кто-то хочет отблагодарить за полученные приятные, позитивные эмоции. Что в этом плохого? Как бы, понимаешь?
Мы как бы все делаем на держим на собственной инициативе. А инициатива это штука такая, она может взять и закончиться. А это вот неплохой способ поддерживать эту самую инициативу, что ты понимаешь, что ты кому-то нужен, что твои стримы кто-то смотрит, и кому-то они реально интересны. И охота стримить еще. Вот и все. У нас сколько периодов было загиба? Когда у нас... Когда я толком не стримил, вы вспомните, сколько я отлынивал от стримов? Это сейчас я вон стримлю. Почти каждый день. Понемногу. Да, вот Биф правильно пишет. Тихо, все, слился. Слился. Рекламу делайте за деньги. Ты имеешь в виду пиар, что ли? Ну, мы думаем над методами пиара, но пока у нас дальше раздумий дело не уходит. Причем уже месяц, наверное. Или два, или три. Трансформация. Пошел он. Блин. Спасибо, Колечок, спасибо. Я бы тебе сейчас большой палец показал, но, к сожалению, меня тут обстреливают с двух сторон. Скидывал донат 10 тысяч рублей. Нет, пират, да он до нас не дошел. Скинь еще, пожалуйста. Он до нас не дошел. Скинь еще раз. Спасибо, Вервульф. Спасибо. Начинается. Блин, да как ты успел выстрелить? Булшит. Да что такое?
Блин, какой ты бесячий, а? Давай, сливайся. Тебе осталось-то чуть-чуть. Да блин, еще! Так, ладно, все спокойно. Спокойно. Сейчас, еще один выстрел, он сольется. Ну посмотрите, сколько дерьма прилетело в одно и то же место. Ладно, сойдет. Ужасно, но сойдет. Я мог вообще не жизни и тратить жизни здесь. Good fuck. Power up. Сиди! Ты царапанный, что ли? Что это за баги? Ну-ка, момент. Что за фигня? Что это такое? Ну все же нормально. Что звук-то глючит? Все, вроде больше не глючит. Блин, ну из-за взрывов пули не видно, они исчезают, потому что переполняются спрайты. На NES, блин, хотя бы, если спрайтов слишком много, то игра хотя бы... Они хотя бы мерцают, а тут они просто исчезают и их не видно. Вот вам и Sega DAS, вот Nintendo DON'T. Nintendo нормально справляется с мерцанием спрайтов, а тут какая-то херня, они просто исчезают, они мерцают. Так это хел, любовники, это же круто. Если анонимно только. Мне жалко, что у меня нет такого, как своего фана. Да, я молодец. Я молодец. Я мудак. Вот я пиздел, пиздел, вместо того, чтобы запомнить, что мне надо сейчас делать. Thank you.
Да блин! Ну блин! Вот посмотрите, что происходит. Она не будет наводиться на цель. Из-за этих странных бомбочек она никуда не будет наводиться. Я его не пройду с этой попытки. Я его не пройду с этого конта. Потому что вы посмотрите, что происходит, блядь. Может, что-то и получится. Да, лови все гранаты, ракеты. Это то, что мне надо. Уф. Пусть взрывается прям там на месте. Так, сейчас будет рука механическая. Да не наводись ты на руку! Зачем ты наводишься на руку, которая не умирает все равно? Какая полезная хрень. Какая полезная. Вы посмотрите, сколько пользы от нее. Давай, чужой. Отлично. Отлично. Да мне насрать, кто это, мель, это мудак. Чего вы все орете, хищник, хищник, это какая-то дебильная рожа, торчащая из корабля. Это параша, а не чужой и не хищник. Давай, чувак. Поворачивайся от этого. Ох, как быстро. О, еще и прокачечка. Ох, не убился в кои-то веки. Так, ракеты не беру. Не беру ракеты, нафиг они нужны. Не буду их брать. Не буду, не возьму. Хотя, с другой стороны, я сдохну, если я их не возьму. А следующий уровень какой? Следующий уровень финальный. А на финальный уровень мне нужны ракеты. Значит, надо брать ракеты.
Блин. Да ну как так-то? Ну как так-то, ё-моё? Почему так? Почему вот такая фигня произошла сейчас? Как я до этого это место проходил много раз? Почему я вздыхаю на какой-то херне, на которой я не должен вздыхать никогда? Вот так вот берешь быстро, пролетаешь, и все. И все, быстро берешь, так хоп, и все, и ты пролетел. Ты помолодец. Да... Клешнёвина ебучая я, блядь. Сука, блядь, ты когда-нибудь сдохнешь? Блин, какой он жирный, кобздец. Мощными ракетами он ни хрена не валится вообще. Не знаю, похож он или нет. Я не помню ни одного босса в Чекане. Они без... Не знаю, не запоминающиеся. Отличная штука. Ни в кого не попал ей. Отлично, невозможно это место пройти без урона. Да блин, да, да!
Возможно, пират, возможно. Power up. Вот так как-то. Например. Господи, сколько вопросов про зарабатывание на стрим. Я не считаю, сколько я зарабатываю за стрим. Это не, я не считаю, что это самая важная часть моего стрима. Самое важное, чтобы стрим был качественным, и люди от его просмотра получали какое-нибудь удовольствие, или... просто какие-нибудь позитивные эмоции. Блин! Ладно, тихо. Так, все, похер, похер. Я не буду даже стрелять. Этих чуваков не убить. Этого босса не убить. Никого из них не убить. Главное было уворачиваться тут просто. Ай, нормально, 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 нормально. Давай, вали отсюда, пошел нахер. Нахер пошел, молодец. Блин, робота нету. Робот есть. А сейчас будем сливать со скоростью света. Да блин, так... Хватит все время попадаться на одну и ту же пулю. Перестань, чувак, перестань, перестань. Все, слился. Что дальше? Вот труласт ваш хваленый. Отлично, отлично. Это то, чего я хочу после одного босса. Нет, Димка, пройду, пройду, не переживай, пройду. Пройду. Если я накоплю полную прокачку и постараюсь все-таки нормально уворачиваться на первой фазе. Первая фаза это легкая по сути, там единственная одна атака, которая у меня вызывает проблемы постоянно. Вот если я нормально смогу от этого уворачиваться, то я смогу пройти. Поверап. И синенькая. Ладно, тут получать урон это нормально на самом деле. Пожалуйста, не убейте меня. Окей.
еще прилетят. Так, сейчас куча этих мелких поналетит. Тихо, смотрю экран. Блин! Кусок дерьма. Ладно, не страшно. Я ничего не потерял, потому что мне сейчас идут еще один поверап. Я абсолютно ничего не потерял. Там в чате что-то большое написали, но у меня нет времени на это смотреть. Но сейчас оно появится. Фу. Thundercracker. Пороба. Блин, неправильный промежуток. Да неправильный промежуток, да что за нахер? До этого нормально уклонялся. Таким же способом. Да блин, как вторая пуля вылетает? Когда как-то неправильно вылетает, что ли? Я не могу понять, что я делаю неправильно. Вот я не могу понять, что я делаю неправильно. Я не могу понять. Почему так получается? Почему получается хуйня? Я не могу понять, почему получается хуйня, но получается хуйня. Это не моя любимая игра, я первый раз ее прохожу. Пират, я могу паузу нажимать вот так вот и проскакивать между пулями. Вот так вот. Между пулями буду маневрировать. Буду таз в реал-тайме записывать. Но это будет как-то не очень правильно, согласись. Я стараюсь на реакции. Что меня убило сейчас? Что меня сейчас убило? Ну что меня могло сейчас убить? Что меня убило сейчас? Кто меня убил? Ты меня убил? Ты до меня не доставал, чувачок! Какого хера? Вот какого хера? Вот, ну серьезно, ну какого хера? Последний конт. Все. Последний конт. 50 минут идет. Значит, еще успеем сделать 10 попыток. Ну или не 10, но меньше, но успеем сделать. Отлично, ни в кого не попал. Очень удобно. Вот, вот, вот! Вот оно! Супер чётенько!
Вообще чётенько. Сверх чётенько. Попали. Хреново. Привет, СГВ-07. Последняя попытка у нас тут. Отличная неуязвимость. Отличный лазер. Отлично. Отлично. Вот я не знаю, они с упреждением, что ли, они наводятся. Я не могу понять. Я двигаюсь на чуть-чуть вверх, и либо пуля... Правильно, либо пуля летит в меня, и я уворачиваюсь, либо... Не могу я объяснить. Не могу я объяснить. У меня язык заплетается. Я не могу объяснить, что происходит, что именно не так. Я к ней, я не так. Я не такой. Идеально прошел, называется. Теперь идеально начинай заново. 50 минут, блин. Не будет другой кассеты, надо эту пройти. Да, пират опять слил. Разве не заметно? Потому что я начал заново. Потому что ты видишь первый уровень опять. Пират, я хочу хотя бы так сделать. Хочу хотя бы так, но... Пока что-то не получалось у меня. Накопить на него много жизней. Не получится, Амкол. Максимальная скорость не... далеко не настолько максимальная, чтобы уйти за долю секунды на другую половину экрана. Не получится так. Надо между пулями, пират, ну ты понимаешь, я не могу понять, как они вылетают. Одна пуля должна целиться в меня. Я так понимаю, что одна пуля целится в меня. Поэтому я хочу смещаться чуть-чуть вверх. Но почему-то это нихера не работает. То ли они с упреждением еще стреляют. То есть, если я двигаюсь в момент выстрела, то они смещают выстрел таким образом, чтобы пуля как раз в меня попадала, когда я двигаюсь. Может быть и такое, я не знаю. Почему-то не получается. Вроде все просто, да, в теории, но на практике что-то нихера не получается. Ну и да, хитбоксы огроменные. Между пулями встать очень тяжело. Зачем мне дропать игру?
Это хорошая игра. Зачем мне дропать хорошую игру? Просто я из-за того, что я не разобрался, как босса проходить в ней. Вы так думаете, как будто если я умер, то все, значит игра говно. Чем больше я умер, тем говёнее игра. Нет, конечно, это не связано. Надо... Я... Блин, ладно. Неважно. Надо просто не тупить, пират. Вот вся тактика. Надо просто не тупить. Ну и на вторую фазу надо как можно больше жизни, потому что она какая-то вообще ебанистическая. Вервульф, нет, не зря сразу манию. Поясняю еще раз. Я без труда смог пройти всю игру вплоть до последнего босса. Так зачем мне сейчас переключаться на нормал, чтобы без труда проходить всю игру до конца и вместе с финальным боссом, если я могу пройти ее сразу на максимальной сложности вместе с финальным боссом? Что, в смысле полегче? У меня нет проблем особых, у меня нет проблем ни с чем, кроме последнего босса, и то потому, что я не понял, как его вообще проходить. У меня ни с чем проблем нету. Особых. Особых. Я не говорю, что я идеально все прохожу, но особых проблем у меня нету ни с чем. Ну окей. Пошел вон. Еще жив. С какой стати, чувак? Блин, он еще жив. Какой живучий он вдруг стал. Так, тихо. Самолетики пошли. Омерзительные.
Ну блин, ну какого черта? Ну что за нахрен? Почему? Опять надо получить здесь урон. Главное, естественно, не сливать дальше, но... Кто его знает, солью я дальше или нет? Нет, не солью. Лох. Неубиваемый урод. Неужели не получил урон? Какого хрена я в них не попал? Я прямо перед ними выстрелил двухслойным чарджем, и я не в них не попал. Охрененно. Все, начинается. Дотащи максимум жизни, сказал пират.
уроды, блин. Вот сейчас я их убил, главное. Тогда они не захотели подыхать. Поверап не дадут. Ну, конечно. Пошел вон. Скрипим стулом скрипучим. Да ёп! Что ты будешь Спасибо, спасибо, вот именно этого я и ждал. Именно такого я и ждал. Отлично. Насколько я помню, наверху где-то поверап здесь должен быть. Я помню, рандомно полетел наверх и нашел тут поверап. Нормальный поверап, а не дерьмовый. Во.
Пошел вон. Серьезное лицо, а что делать? Это же сложная игра. Это же не какая-нибудь же RPG, чтобы я мог вот так вот играть, смотря в чат. Тут мне надо на игру смотреть, на чат сложно читать во время такой игры. Тем более на высоком уровне сложности. Потому что я идиот, я не играю на нормале почему-то, как все нормальные люди. Как полный мудак, играю только на высоких уровнях. Из-за этого страдаю. Наркоман. А нет, у меня уже нет шприца. Отлично, отлично! Вообще на шикарно! Так, вот дерьмовый босс, на котором я сливаю кучу жизней. Отлично, сдохнуть надо было обязательно. Ну хотя бы один раз, а не 10. Но сдохнуть надо было обязательно. Вот никак без этого. Да, стаг. Больше нам не надо ничего видеть. Ух. Давайте мне робота, а? Подкиньте прокачечку. Блин, мало. Здорово, кабанейра. Кабанище.
Так, сейчас самонаводочку. Теперь ракетки. Обязательно берем ракеты, потому что без ракет мы не пройдем ни черта. Никогда. Ну где ракета? Хочу ракеты. Синенькой мне давай. Вот, 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 вот так надо. Вот, вообще нормальненько. Вот, вот оно. Чётенькие. Я не понял, она за экраном что ли была? Что это за взрыв меня убил? А, вот, вот, наверное, вот такая же бомба была, вот как вот та вот, которая вот внизу, вот видите? Наверное, точно такая же была бомбочка. Отлично. Отлично, ну слиться на ровном месте вообще нормально. Чтобы вместо робота у нас тут... Даже, да, что вместо робота у нас тут не было робота. То есть у нас мог бы здесь быть робот, но... У нас не будет робота здесь. Он мог быть, но нафиг надо. Да, я не успел. Я молодец. Я не успел. Сейчас меня опять изнасилуют. В прошлый раз я... А, я... Мудак. Идиот. Идиот. Что я делаю, блядь? Что ты делаешь, идиот? Это я себе говорю. Что я делаю, идиот? Я. Что вот я делаю? Опять. Опять 25. Вот результат. Вот называется накопи побольше жизней. Вот накопил. Вот я так накопил. Целых 2 я накопил. Вот мой результат. 2 жизни я накопил. Гей сайт сити. А я еще и повера просрал. Ну вообще нормально.
Ладно, сейчас возьмем обратно. Молодец. Жирные хитбоксы. Охренеть, какие они жирные. Ладно, за робота все равно эту часть не пройдешь, потому что робот тупо не сможет в эти щели вместиться, и чтобы нормально уклоняться. Как видите, этот уровень я прохожу идеально. Как видите, уровень сам я прохожу идеально. Вот идеально. Видите, у меня полная прокачка, у меня все 5 жизней. У меня лучшее оружие, которое в данной ситуации. Но что-то нихера не получается по-прежнему. Сейчас я сразу же солью полную прокачку, потому что невозможно уворачиваться вот так вот сразу же. Да, да, да. Да, да. Вторая пошла уже сейчас. Вторая пойдет. Опять! Опять! Я не знаю, что я делаю неправильно, но я все время ловлю пули. Все время. Что вот я делаю неправильно? Я не знаю, но почему-то я все время ловлю пули. Ладно, это уже что-то было. Это уже было похоже на уклонение иногда. Интересный босс. Ну, где True Last? Ультра ласт. Или это все? Окей. Окей. Какая анимированная серьга. Окей. Ладно, окей. Я прошел финального босса ущербно. Я считаю, что я не заслужил концовку, но ладно, я прошел. Игре виднее. Игре виднее. Да, затащил.
Это значит, что сейчас будет рулетка. Я вам говорил, что я затащу за часик-полтора на следующем стриме. Я это сделал. Не с первой попытки, конечно, но со второй. Причем на максимальной сложности сразу. И мне не придется проходить игру два раза. Нет, СГВ 07, понимаешь, на мании тут... Я вообще не знаю, как именно игра может... Чем именно она может быть легче. Потому что быстрых пуль здесь нету, кроме, не знаю, нескольких боссов последних. У врагов пули медленные. Дать 5. Ну, вот так вот. Нате, ловите. Нет, я не буду... Давай на... Да, отлично, ЛХ, отлично. Это новая категория. Теперь я буду проходить на максимальной сложности сначала, а потом на минимальной, да, чтобы сравнивать, насколько игра легче. То есть не наоборот, да? Окей, сейчас будем на нормале проходить. Сейчас заведем. Каком там любимая игра посвящена? Это романтическая игра. Видите, поэтому тут романтическая музыка. Игра посвящена какой-то чьей-то любимой. Не знаю, я ничего не прочитал. Так, давайте второй круг. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Первое место. Отличненько. Так. Крепкий кирпич 9 уже в кино. Кака. Так, все. Да, крепкий кирпич 9 уже в кино. Точно. Сейчас будет крепкий кирпич 10. Потому что сейчас будет рулетка и будет выбрана следующая игра. Так что не расходитесь. Сейчас все и узнаем.